В благоустройстве дорог областного центра поможет новая техника. В Киров поступил комбинированный тротуарный каток и беспилотный тротуарный асфальтоукладчик, рассказали в администрации города. Механизатор может управлять работой на расстоянии. Находиться в кабине не обязательно. Техника позволит асфальтировать участок пешеходной зоны шириной до 3 метров. В ближайшие дни новые машины пройдут регистрацию, а на следующей неделе их запустят в работу в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Пополнение автопарка спецтехники далеко не первое. Приобрели экскаватор-погрузчик, приобрели два тротуарных трактора. Планируем обновлять наш парк в сторону грузовых автомобилей, специальных транспортных средств по содержанию. Будем дальше расширять свой парк.